Здравствуйте! Сегодня у нас эспандер. Ну, что я могу вам сказать? Это хороший тренажер спортивный, но его надо подбирать под себя. Мы все разные люди. У нас разная длина рук. И поэтому надо подобрать такой, который будет удобен именно вам. Следующий момент – это упругость. Если вы возьмете слишком легкий, вам будет неинтересно и бессмысленно. Если слишком жесткий, который трудно раскрыть, это тоже бессмысленно, ни к чему это хорошему не приведет. Ну вот, стандартный эспандер, в нем 5 пружин, я 2 пружины убрал под себя и создал такое усилие, чтобы я мог раскрыть этот эспандер, но раз 10-12, так, чтобы последние разы было уже тяжело. Значит, усилия, как всегда, делаем на вдохе. Последний раз раскрыл и держу. Ну вот, один подход. Потом можно отдохнуть пару-тройку минут и еще сделать пару-тройку подходов на растягивание эспандера. Теперь второй способ, то есть первый раз мы раскрывали снизу, да, а теперь мы сделаем сверху. Вот так поднимаются руки, немножко над головой вперед. И на вдохе вы раскрываете. И опять руки поднимаете. Последний раз задержал, отпустил, закончил. Желаю вам успеха в освоении эспандера. До новых встреч. Работаемся.